Пластиковая бутылка может превратиться в одежду или садовую мебель. Активисты призывают одесситов сортировать мусор. Уже 3 месяца по городу курсирует эко-маршрут, куда можно сдать отходы. Общественники призывают присоединиться горожан к акции, так как непереработанные отходы негативно влияют на окружающую среду и здоровье. По словам активистки Олеси Крок, городские власти в этом не заинтересованы. Но после подписания ассоциации с ЕС Украина обязана будет присоединиться к европейской практике по переработке вторсырья. Мусоровывозящие компании, ничего не делая, ну их там 3, да, в Одессе или 4, получают ежемесячный доход от нескольких миллионов там и выше, ничего не делая. Ну, зачем им вкладывать? В то же время в городском совете предложили установить подземные мусорные контейнеры. По мнению активистов, данный проект не спасет экологию, так как отходы все равно не будут перерабатывать.